Кинокомпания 21 Центр и Фокс представляют производство подпольного цеха Портелит Подвал Корпорейшн. В ролях угрюмый, он же оккупант, подпольная кличка Кирпич. Отважный воин Аллаха не предоставил нам свои документы, и поэтому он не запечатлен в наших титрах. В киноэпопее «Угрюмая война» или «Арабский мир». Мне кажется, пора батяню на бабки прошибить. А то мне мало одного королевства. Бабла вообще нет, урожая нет. Тёлок приходится с Валеркой из-за границы таскать. Что такое? И тут я подумал, не дать ли угрюмому больно в ухо. А то он уже достал. Хули вылупился, пизды что ли дать? Алло, служивые, дверку бы открыли. Угрюмый младший идет. Ах, кого я вижу? Угрюмик мой. Опять пришел, небось, за деньгами тёлку укатать, да? Ну, я не знаю, уже пороюсь в карманах, посмотрю. Ну, угрюмик. Прости меня, но это самое, денежка-то с тёлками вчера просрал. В карты. Знаешь, казана, у него тёлок нанимал. Ну, батя, ты меня подвёл. Казан, это же ещё тот наёбщик. Он меня два раза уже наебал, батяня, как ты так мог? Стол задвинь, батяня. Ай, угрюмый, что ты делаешь, угрюмый? Не надо, угрюмый. Я тебе говорил, батяня, стульчик задвинуть надо было. А теперь железочку поломано. Я себе на квадратный лоб натяну. Только теперь, после смерти угрюмого, началась настоящая жизнь для жителей Портенита. И теперь в Портените, точнее в игровых, буду править я, неизвестный. Неизвестный террорист, теперь меня так зовите. Не обращайте внимания на темный экран, меня все равно не увидите. После моей смерти я долго думал о том, как я всех съебал в игры, заставлял их забирать стул. Но я теперь это все оплакиваю в аду. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in.